Всем привет! 10 мая на телеканале СТБ состоится премьера 16-серийной мелодрамы под названием «Все не случайно». В центре сюжета находится семья бизнесмена Олега Полянского. Казалось бы, у них все прекрасно. Жена Анна красавица сделала их дом в буквальном смысле образцовым, а 15-летняя дочь Варя занимается конным спортом, что считается очень престижно. Но девочке не хватает материнского тепла, а Олегу заботы. Анна слишком требовательна к дочери, она все время заставляет ее выигрывать на соревнованиях, поэтому девочка изо всех сил пытается оправдать надежды матери. Однажды Варя падает с лошади прямо под копыта других наездников. Чтобы спасти ее жизнь, нужна донорская кровь. Но анализ ДНК показывает, что ни Олег, ни Анна не являются ее биологическими родителями. Интересно, как такое возможно и что же произошло много лет назад? Смогут ли Полянские сохранить свою семью, когда встретятся с настоящей родной матерью Вари? Ответы на эти вопросы вы узнаете, если посмотрите данный сериал.